Коллекционные фарфоровые статуэтки и книги из собрания областной научной библиотеки. Все в одной выставке. Писатели и читатели в фарфоровой пластике. Экспозиция представлена миниатюрами из коллекции Валерия Перфилова. Изготовлены статуэтки в середине прошлого века на заводах и в артелях Советского Союза. Также на выставке есть образцы практически утраченной сегодня гипсовой скульптуры из кунгура. Такого еще не было в истории, поэтому я хочу сказать, что сегодня дворец книги прокладывает, будем говорить, новый путь в деле пропаганды книги, что сегодня является очень важным и актуальным. Фарфоровые скульптуры станут дополнением литературных произведений. Такая иллюстрация позволит читателям лучше воспринять материал, написанный в книгах. Особо ценно, по мнению авторов экспозиции, что выставка открывается в год книги. Это советское время, когда СССР носила громкое звание самой читающей страны в мире. И можно говорить о некой преемственности, когда от самой читающей страны мы в самом читающем регионе России вот открываем такую выставку. Всего на выставке представлено более 70 коллекционных фарфоровых статуэток и других изваяний. Ознакомиться с произведениями скульпторов и литераторов можно во Дворце книги до 30 апреля.